Контакт. Доброе утро, дорогие друзья. Что-то как-то холодновато мне было. Сейчас начну постепенно снимать себя слоями. Я хотел своими глазами посмотреть все, что происходит, как происходит. Ну, для меня это было важно. Грязь, конечно, я вам скажу, сейчас там по колено. Именно поэтому, понимаешь, почему и с таким замедлением идут боевые действия, почему так тяжело и так сложно. А я еще хотел добраться вот до самой грязи-грязи. И поехала к ребятам уже, которых и видел, и знал, и пошел на полигон. На полигоне, вот те, которые еще как бы не дошли до поля боя, многие одеты в том, что им поставили их губернии. Другой вопрос, что, конечно, был бы в идеале, если бы сразу поставляла армия, но мы же с вами реалисты, мы поэтому говорим о том, что есть, а не о том, что нам бы хотелось. Поэтому ясно, что армия пытается с максимальной скоростью там исправить те недостатки, которые были. Но тем не менее, вначале это, конечно, идет помощь от общества. И вот здесь какие-то вещи, вы знаете, меня прям до глубины души, вот прям меня это пробило насквозь. Вот сделайте стоп-кадр. Ну вот посмотрите, ну, ребят, ну что это такое, а? Ну видите, у одного наколенников нет, а второй взял, приспособил пустые бутылки. Пластиковые бутылки, вот из пластика себе вырезал. Наколенники воюют, не воюют, и на полигоне готовятся в них. Вот так в Волгоградской области встретили героев, прибывших на побывку из зоны специальной военной операции. И когда в тот же самый момент я вижу, что вот у мальчишки, ну, мальчишки, это для меня не мальчишки, а так для взрослого мужика, на коленях вот эти пластиковые бутылки, я спрашиваю, откуда он? А мне ребята говорят, ну, они говорят, мы из Волгограда, вот нас так экипировали. Ну, слушайте, ну, им просто не дали. То есть это не значит, что им дали пластиковые бутылки. Им просто не дали ничего. Из защиты. Ну, прям как-то, ну, совсем. Ребят, ну, так нельзя. Ну, нельзя так. Ну, это неправильно. У меня нет ни малейших иллюзий. Конечно, обо мне заботятся. Конечно, Министерство обороны, которое очень помогает в организации этих поездок, и здесь спасибо Игорю Коношенкову, генерал-лейтенанту, и с нами там постоянно находится там Саша Рожков, полковник, который переживает и нервничает, и что, не дай бог, вот что-то случится, ну, что-то вот... Я их понимаю, потому что, конечно, я такая жирная цель, учитывая, что меня ненавидит лично Зеленский, и лично Зеленский давал распоряжение о моей ликвидации, но мне там как-то гораздо комфортнее, чем здесь. Ну, просто реально, мне вот там, я там понимаю все. Мне пишет человек. Может, некто Виктор Разумовский. Может, уже хватит выдавать ложь без мягкого знака за правду, не дурите людей, здравые, понимающие люди же во все в это не верят. Знаете, Виктор, если ты в России, мы же тебя найдем. И мы же про тебя все выясним. И тебе-то покоя не будет.